Здоров, ребятки, с вами Киборжик, и я хочу вам рассказать, что же такое Trust of the Benefactor 2017. Это особый сундучок, который очень крут. Чем он крут? Из него есть возможность, что выпадет, любой из Immortal Treasures 2017 года. Но, кроме этого, как вы помните, по прошлому году и так далее, если вдруг вам выпадет невероятно редкая награда, вот эта вот сокровищница Rarities of Benefactor 2017, то вы, считай, окупили полностью весь компендиум, где он выпадает, тут еще на втором мне нужно еще 10 уровней, то есть он на 235 уровне только второй выпадает, а это ни много ни мало $120, так вот, окупает, потому что из этого сундука даже самый дешевый предмет стоил очень дорого. Очень дорого. А я думаю, в этом году они еще лучше сделают. Так вот. Но так как у меня этот один сундук, и у меня столько денег нет, чтоб их хотя бы штук 5, я оставил рулетки ревай. У меня еще в конце будет 5 рулеток ревай. Но поэтому поддержите меня, ребятки. Поддержите. Надеюсь, мне выпадет этот невероятный сундук, я буду кричать, открываем сокровищницу, так что-то исчезает и... Нет, обычная. Ну ладно, не расстраиваемся, давайте ее откроем. Возможно, из нее что-нибудь выпадет. Вряд ли. Он уже редкая, очень редкая, улетели. Сварк никогда не выпадет, даже не мечтайте. Он, конечно, крутился, я мечтал, я на самом деле мечтал, но нет, он не выпал. Он не выпал, вот, наград не принято. Давайте, поехали, релай. Голосовал, кстати, я за Спектрум, если кому интересно, в голосовалке, потому что, в принципе, я на ней играю, мне интересно, как ее сделают. Но там полно других хороших персонажей, даже Абадон или Дазл, те, что в лидерах, тоже неплохи совсем. И нет, из первой аркана не выпадает. Из первой выпадает вот этот набор. Я уже прям чую, докуда оно докрутится, потому что не в первый раз. Следующее. Давай. Ну давай, дергайся уже. Я медленно решил дернуть. Медленно передернуть. Ну вы поняли, о чем я, да? Так вот. Что же там выпадет? И сейчас... Блин, от того, как вы дернете, вообще ничего не зависит. Кстати. Кстати. Нет, набор. Эх. Думал, аркана на СФа, конечно. Хер тебе, не аркана на СФа. Гейблона нужнее. Еще мне нравится, как картинки прогружаются. Пока ты не крутанешь, ты не знаешь, что там выпадет на Мартру. Аркана, да? Нет, она не выпадет. А, уже очень далеко. Оно должно останавливаться примерно за 6, 7, 8 штук. Бесполезный комментатор, который никто никогда не использует. Вот в начале, как Дота только вышла, все использовали этого комментатора. Но, ну, не именно его, вообще комментаторов использовали. Это было круто. Вот эти вот шапочки, все сетики. А сейчас это все так обесценилось, все это так не нужно никому. Что, ну не знаю, я, к примеру, вообще даже шмотки перестал одевать на персонажа, потому что я не смотрю на них. И... Опять, что это за остановка за одну? Что это за прикол? И последнее. Кстати, смысл компендиума есть апать, потому что вы получаете квестовые дополнительные линии. Ну, это если вы задрот квестов, если вы любите их выполнять, тогда вы их получаете и... Ну ладно, на Лину неплохой набор, кстати. И награда не принята. Квестовая линия на Кунку из Супер Примет. В общем, спасибо, кто посмотрел это видео. Спасибо, что болели за меня. Обязательно найду деньги, все потрачу на компендиум, чтобы показать вам все-таки... Возможно, мне выпадет вот что-то редкое. Вот тут вот он на 225 уровне ожидает меня.
я это сделаю. Давайте посмотрим, что тут еще интересного есть. Ну, во-первых, на 255-м добавлении это. Ну, тут китайские какие-то иероглифы. И... краб. Что еще интересного? Пока что я больше ничего интересного не вижу. Ну, он на 335-м. Лол. 335-й. Дожить бы до 335. 375-й, кстати. Куча сундуков. Вот до него есть смысл докачивать, я думаю. Если у вас есть деньги, конечно же. 385-й. Догон эффект. Прикольно. И... такое себе. Курьеры никому не нужны. Никто не играет на саппортах. Вау, когда вы это запомните? Прошли те времена, когда курьеры по 200 тысяч стоили. По 40 тысяч долларов. И то из-за ошибок. Вот. Вот это вот нужно. Чтобы получить Аегис. У меня уже есть один Аегис. Вот. Мне кажется, он будет отличаться тем, что не красным будет, а цвета вот этой вот воды, просто для коллекции. Возможно, добью, но это действительно очень много денег нужно. Давайте я просто покажу. У меня 225 уровень. Чтобы получить 1000 уровень, сколько мне денег нужно потратить? Короче, нет. Короче, делаем вот так вот, вот так вот. Мне нужно потратить еще 320 долларов. 320 гребаных долларов, чтобы получить Аегис. Я не знаю. Если я столько нафармлю, я обязательно про это запишу видео. Ну, если вы, конечно, ну, скажете, что это нужно. Если это не нужно, то, естественно, нахер надо, не буду делать. В общем, всем удачки, ребят. Спасибо, что посмотрели, что поставили лайк. Не забывайте посмотреть видео, тут где-то плейлист, про компендиум, открывание других сундучков новых. С вами был Кибрыжик. Пока-пока.